Доброе утро! Так, у нас сейчас завтрак, кстати. Я вам покажу его, потому что у каждого он разный. У нас есть сыроедение, есть йогурт. Я йогурт не ем, поэтому у меня каша с фруктами. Овсянка, сэр. Овсянка, сэр. Вот. Сегодня у нас очень насыщенный день, а ночью мы едем в горы на 2 дня. Поэтому я не знаю, как у меня получится с монтажом и выкладывать видео ежедневно из-за того, что я не знаю, какой там, ну, вообще, есть ли там интернет. Вот, поэтому, ну, глянем, как будет, я ноут возьму с собой. Хочу вам показать расписание. Маша еще на доске не написала, то есть на стене, потому что я в Инстаграм выкладываю каждый день наше расписание. Мне кажется, это интересно. Ну, по крайней мере, для некоторых интересно. Итак, в 6:30 у нас было приветствие у океана и плюс купание. В 7 завтрак. Что сейчас, в принципе, происходит. 8. Ключ в Good Story. Это мы идем по океану в течение там 10-15 минут. Надо вдоль океана пройтись. И сегодня будет серф. Мы будем учиться стоять на доске. 1,5 часа будет практика. Ой, вводная именно теория, а потом 1,5 часа или 2 часа практика, и я просто жду. Но я вот думаю, нам надо сдельные купальники, я, в принципе, вот подготовилась, у меня сдельный купальник, но, может быть, я все-таки там за дополнительную плату можно взять этот костюм, потому что сказали, что ногами будем биться, мы же не знаем, об волны и об доску, ну, как стоять, то есть мы будем учиться. И будем еще в бассейне отрабатывать, а потом на океане. В общем, короче, я прям в предвкушении. Я не знаю, буду я снимать или нет, я попробую. Я взяла с собой экшн-камеру, которая снимает в воде, но мне же хочется себя тоже поснимать, то есть как бы, чтобы меня кто-то поснимал. Не знаю, с кем договорюсь, вот. Дальше. Старт, цельный купальник плюс шортики или лосины, лучше всего лосины, сказали, во-первых, солнце, чтобы не сгореть, лучше кофту какую-то одеть с длинным рукавом, ну, поэтому нужен вот этот вот специальный костюм, чтобы реально не сгореть, и лицо надо намазать, потому что мы в воде, вода отражает свет, и может быть беда. Так, потом стрим. С 11 до 12, с 12 до 15:30 у нас мы спать будем, потому что после серфа все говорят, что, короче, мы все вырубимся. С 15:30 до 16 лекция о океане. Это, кстати, будет там же проходить, это будет рассказывать сам инструктор по серфу. В 17:00 ужин. Морепродукты. Это у нас будет у океана, тут у нас ресторанчики есть, мы покупаем морепродукты, они нам готовят. Будут креветки, крабы, вкусняшка. Вот, на закате. На закате это очень красиво, на самом деле. Закат очень красивый, солнышко садится, и мы смотрим, как оно погружается в океан. Это так красиво. Камера просто такое не передает. Поэтому советую приезжать, как я уже делала, да, посты в Инстаграм. Лучше деньги тратить на путешествия, нежели на материальные блага. И я сейчас это все больше и больше понимаю. И многие говорят, ну, то есть я выложила такой пост типа диалога. Ты потратил всю зарплату на путешествия? А ты потратил всю жизнь на ипотеку и кредит на машину? В какой-то мере, правда, есть, потому что, ну, вот у нас своего жилья нету, но мы могли бы, например, аккумулироваться и ну, быстрее, да, соображать в этом плане. В какой-то мере, да, потому что есть дети, надо свое жилье, мы об этом думаем. Но при этом лишать себя возможности развиваться именно в путешествиях я не хочу. Вот, и детей тоже хочется возить, то есть и мы это делаем, потому что дети тоже развиваются, тем более маленькие. Так, в 19 терраса практика, у нас будут масла сегодня. Кстати, масла очень классно влияют, вы знаете, да, у меня очень часто головные боли.
здесь, если, например, даже голова болит, хотя она здесь не болит, но один раз было, после дороги я была уставшая, я не пила таблетку, мне сказали, не надо пить таблетку, мне намазали масло, уже не помню какое, в определенные точки, и голова прошла вообще сразу. Я понимаю о том, что, блин, а можно жить, наверное, без лекарств. Ну, в общем, я всему этому только учусь, поэтому посмотрим, как будет дальше. Я очень рада, что попала сюда, как открыла себя снова и заново. Мне нравится эта девочка. Очень. Доброе, прекрасное, волшебное утро космического космоса и волшебного волшебства. Вы понимаете, кто это? Это волшебная девочка. Приезжайте к ней в гости. Офигенское состояние души и тела. Это просто. Когда ты ступаешь на мягкий, влажный песок, тебя греет солнышко, рядом хорошие люди. Как можно быть несчастливым? Счастье, вот оно. Это океан, это моря, это леса, это горы. Я кайфую. Почему у рыб, у дельфинов нет ног? Ребятки, дело в том, что ноги – это 50% вашей мышечной массы. Ваши легкие устроены таким образом, что делая 4 взмаха ногами, вы тратите весь свой кислород. Для соотношения вы можете около 30 взмахов руками сделать за эти 4 взмаха ногами. Подопустились на метр, этого более чем достаточно, когда вся штука ушла верхом, а вы просто вот там, где остались, начали аккуратненько ручками наверх сдувать. Аккуратненько, не спеша. Продолжая делать что? Выдыхать. Молодец. И даже если волна прям вот вам в лицо смотрит, и сейчас уже готова рухнуть, сколько нужно, чтобы вдохнуть? 2 секунды. 0,2 секунды. Более чем вы 2 раза успеете вдохнуть. Движение номер 2. Отжим и подтяжка задней ноги. Соответственно, у Димы это правая. У него задняя нога, конечно, у него левая. Хотя наоборот, соответственно. Подтягиваем заднюю ногу. 2. Отжимаемся и подтягиваем заднюю ногу. Подтягивать ее в сторону. Нет, смотри, отжимаемся на полные руки. На полные руки. Опусти таз, не смотри вниз. Вот сюда, вот, смотри, ты чувствуешь коленом пятку. Отжимаясь на полные руки. Вот в таком положении. Застынь, пожалуйста. Димон тоже вот так же. Руки полностью отжимаем. Смотри, пятка чувствует коленку. Ножка вытянута. Вот в таком положении. Ребят, вот это положение номер 2. И теперь резким движением колено летит вам в челюсть передней ноги. Поверьте, она не долетит. Это стопудово. Вы просто пробрасываете переднюю ногу. 3. Все, только доверни ее сразу на 60 градусов. На 60, да. Оп. И теперь просто смотри. А теперь расслабься. Оп. Как зовут? Максим, расслабься, Максим. Да, расслабься, ты посади себя вниз. Посади себя вниз. Расслабься. А вот там. Расслабься. Нет, ты пойми, ребят, у вас не должно быть. Вот это вот, Максим, то, что ты пытаешься сделать, это неверно. Все хотят, чтобы нога была на доске задней. Неправда. Нога при правильной постановке у тебя за доской. Да. Вот из такого положения, ребятки, из нижней позиции вместе со мной, смотрите, вот так рукой встаем. Сидим внизу. Димон, сидим внизу. Так, довернем ножку. И теперь смотрите, сначала отрываются ручки. И вот этот локоть задней руки, где у вас задняя нога, он вас и поднимает. И все. И просто потом. Вынь. А хочу попробовать, может, вынь только. Вынь. Только что я толкала на инструктор. Ласточка, девочки. Ласточка. Ножки вместе, пяточки. Эй, эй, фамино, down, down.
Это было очень круто и очень мощно. И Аня была одна из лучших сегодня. Да, конечно. Все, теперь в синяках, потому что эта доска огромная меня лупасила. Волны. Я не знала, куда деть. Она такая тяжелая. Ну, в общем, было классно. Снимала я мальчишек, они потом снимали меня. Я снимала всех по чуть-чуть, в общем, короче, попробую ставить, не знаю, как там выйдет, на экшн-камеру, не на экшн, а это Sony, которая... Экшн, да. В общем, вот это моя, которая давно-давно, я раньше снимала на нее, вот этот рыбий глаз, который меня жутко мне не нравится. Но как раз вот в такие моменты этот рыбий глаз должен вообще выручить. В общем, посмотрим, что получится. Ну, я прям... Было классно. Только теперь ноги болят. Все в синяках, руки в синяках, все в синяках. Сейчас у нас отдых небольшой, а потом придет... Да, придет... Сбор полетов совершать. Инструктор придет, да. Будет говорить, что мы делаем не так, делали что не так. Говорил по поводу... Вообще он много чего говорил, но... Когда ты на волне, когда надо делать то, что он говорил, мозг отключается, и ты такой, что делать? Ну, в общем, вот так это было. Вот. И сегодня у нас ужин у океана. Я вам досточку не показала, сейчас покажу наше расписание. Ужин у океана, будем есть крабов, креветок, наверное. Маша пишет. Вот. Сейчас я вам выложу в Инстаграм расписание. И мы будем ужинать при закате. А ночью мы уезжаем в горы. И у нас очень-очень такой насыщенный сегодня день. Уставшие, крепатура болит. В общем, классно. Город забрал энергию? Ну, может быть, он мне не понравился. Мне здесь больше нравится. Здесь тихо, спокойно, хорошо. Здесь действительно наполняешься. А там суета, людей много, туристы, машины, мопеды, тук-туки. А, да, возможно, да. И вчера все-таки уставшие вернулись. Вот, ну все, оставайтесь с нами. Абсолютно. Это просто энергия. Ее так много, что вам просто смыло голову, и все. Просто залезли. Это мы сейчас разбираем. Огромная энергия, это необходимо. Так это называется. Первый урок — это всегда утро-тест. Просто как человек реагирует. Почему? Начал. С чего я помните лекцию? Я всех спросил, как к воде кто относится. Прямо хотел вам в конце продемонстрировать. Кто мне сказал, что в воде прям вообще... У нас было такие только три. Так, ребят, да, поехали. Вина не ваша, просто энергия. Много энергии. Я хотел бы вам рассказать реально, как серферы, зная процессы, которые происходят, откуда берется эта энергия, что с ней происходит во время океана, как она преобразуется во время того, как подходит к берегу, учится читать эту энергию и использовать себе во благо. Так же, как мы видели, как энергия течет в океане, то есть есть уже какие-то приливы, отливы, есть как бы так идет волна. Точно так же энергия течет и внутри нас. У нас тоже есть определенные русла энергетические, по которым энергия движется. Есть центры или воронки, где вот образуются вот эти такие образования, где энергия генерируется, вот там накатывает. Аня и собаки! Боже, их несколько! Собаки, пожалуйста, я боюсь собак. Но они тут хорошие, они тут добрые, да. У них носики такие холодненькие, они меня нюхают.
Это он так облизнулся, я подумала, меня сейчас съест. Мы сейчас будем работать с маслами, потому что... А я все равно так не скажу. С ароматами. Энергия океана пробудила наши эмоции, поэтому сейчас с помощью ароматических масел мы завершим ту работу, которую делал с нашими внутренними эмоциями океан. Он поднялся с дна, и мы сейчас их трансформируем. Происходит изменение, и вот с помощью ароматов мы сейчас будем себя гармонизировать. Вот. А потом у нас будет ужин, но там вот чуть-чуть дальше уже готовится наш ужин с морепродуктов. Сегодня был потрясающий день, сегодня в 3 ночи мы выезжаем в горы, поэтому свой влог я заканчиваю. И уже встретимся в горах!